Итак, здравствуйте, дорогие телезрители, с вами снова, как всегда, я, Савельев Анатолий, и его канал. И с вами еще огромные жабы, опять ролик про них. Сегодня с нами самый главный мой ассистент и модератор канала Александр Чеботарев. Вот, круто сидящий. Ну что ж, сегодня мы будем гипнотизировать вот этих монстров огромных. И посмотрим, что из этого у нас выйдет. Снимайте, ассистент, а я буду придавать гипнозу наших непослушных лягушек. Вот я в тенечек. Можно и в тенечек, но так не будет видно дорогим телезрителям. Сейчас. Вкладываем мои лапки. И... Возможно, я разучился, но это вряд ли. Я гипнотизировал недавно лягушку. Складывание лапок трудно, надо поддается лягушка. Передних особенно. Складываем. Летаем. Лягушка это очень трудно выдающаяся, потому как большая. Получилось. Загипнотизировали. Теперь переходим к другой. Не надо издавать резких звуков, так как она может проснуться. Вы видите, у меня все получилось. Берем нашего самого большого монстрика. И гипнотизируем его тоже. Тихо, 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 мой хороший, тихо. Складываем лапки и передние лапки. Это иногда бывает трудно и сложно добиться результата. И лягушка впадает не надо в транс. Главное задержать тоже передние лапки. А что будет тогда? А? А что будет тогда? Тогда она впадет в транс быстро. Все. Вот они обе впали в транс. Одна со сложными лапками даже получилась у нас в трансе. Другая вот так вот. Итак, мы загипнотизировали огромнейших лягушек. И у нас это получилось. Поздравляйте меня, дорогие телезрители. И сейчас... Через минуту они проснутся. Или если через минуту хлопнуть руками, они тоже... Итак, ввели мы много лягушек в транс. Офигеть. Офигеть. Итак, дорогие телезрители, вот, прошла уже минута, и мы их разбудили. Вот. Вот они еще пока отходят от гипноза. Не прыгают, они пока еще вот полусонные. Вот, еще пока отходят от транса. Ну ничего, сейчас скоро они запрыгают трезво. О, все, уже отошла первая лягушка от транса. Всем спасибо за просмотр. С вами был Савельев Анатолий и его верный ассистент Александр Чеботарев. Вот он, собственно, персоной.